Нифига, новая музыка, что ли? Бля, мне нравится, я не пойду никуда. Бля, мне нравится. Хламоклёвым. Я песенку слушаю. Пусть весь мир подождет. Блять, еще вороны. К тебе подходит. Метка загорелась. А не только ты с жуком летаешь. Только что вон туда жук полетел. За церковь. За церковь там и был. Да, но ты уже целился из лука, когда... По церкви бегают. По дощечкам. Нет, один по дощечкам, один по луже. Вон жук летает. Залетел внутрь. Там, бля, месяц за босса. Бля, есть какая-нибудь инфа, не? Это я. Да я понял. Жука взорвали? Да. Если что, хилка есть. Если надо, патроны, хилка. Ну, правда, патроны обычные, тебе надо, не подойдут. К тебе бегут. Минус один. Один спрыгнул там. Не расслабляйся. А то он и один может уебать. Поджечь нечем, можем спровоцировать его выползти. Мне нечем. Поджечь. Могу поискать. Но, вряд ли, что найду, есть. Блядь. У меня флешка есть. Флешка у меня есть. Ну-ка, ща, может молик будет. А, да, блядь, 10 раз. Короче, по карауле я ща попробую найти. Облутай. А я облутал? А я не помню. Да, я его облутал. Ща подожжем, ему надо будет выходить и... Ты его убил? Нет. Я слышал, трупак простонал, типа, сдох. О, а, да, его, сдох. Он умер. Кто-то еще не умер. Кажется, бля, не, по-моему, это не он, это, по-моему, кто-то еще. Я это, по крайней мере, ловушку на нем оставлю. Потому... Я огонь нашел, несу. Окей. Бля, вот меня с этого, с расплаты уебали тут раз, блядь, одним выстрелом. Тут, блядь, три понадобилось. Отходи. Ага. Там два разных, если чё. Это дохуя народ бегает. Ну, мне кажется, и этот тиммейт, мне кажется, еще живой. Так что аккуратно.
Инстинкта у тебя нету, да? Нету. О, деньги. Опа, чирик. О, жучок. Был. Убил? Жука убил. О, хорош, знаешь, он с арки на втором этаже может быть. Ну, скорее всего, да, сидит, караулит. Его тиммейт жив. Еще одно убили. Бать, кого там, блядь, укладывает? Там эти ёбнутые через нас не... А, нет, они на другую на кладбище ушли. Награды. Бля, как же долго он горит. Его тиммейт жив. Я знаю. Тоже тот бегает где-то. Он бы жуком просто так не летал. Ну чё, по идее, он сейчас тебе, сгорит, скорее всего, да, это, с той стороны, с моей стороны. Лишь бы не снизу. Не, он наверху бегает. Да, слышу, бежит. А чел сгорел. Ну, где сейчас заходит? Блять! Меня убили. У него спектр. Вот как он не сдох? Я попал в него с револьвера. Он же сдох. А, окей. Открывайте окна. Да, на расход бегут. Давай. Вижу. Вот они. Попал в одного. Даже убил. Ща, бро, я мало хп, мало хп, один хп. Хорош. Я бы офигел, если бы ты его на самом деле не убил бы. Я тоже. А я мог. Это ты там крадешься? Нет, это не ты там крадешься. Ох ты, Мосин автомат. Здорово. Это по мне прилетело, если что. Около меня бегают. О, меточка сгорелась. Что-то стонет. Минус баба. Ой. Это у которой был автомат? Рядом я... со мной чисто в теории есть что. Да все, я побежал изучать технологии. Бля, бабу бы сжечь на самом деле. Да, рядом со мной чел. Ага. А что, в смысле? А, он хилился, да? У меня 126, блин. Мне бахнул голову, он сейчас мой дроп заберет, мясник какой-то негр.
справа от тебя. Здесь? Да, где-то там на застенке. Угу. Можешь пустые за мной как-то? Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Дальше побежал. Он за тиммейтом бежит. Хуя себе. Хочешь, беги ко мне. Ой, бля. Что это было? Право будет. Да, тиммейт поднял. Да в смысле, блядь? Ты чё, да, босс? Тут босс. Хламыч. Хламыч. Соседние локи стреляют. Так что в гости к нам точно придут. Все мне уебать. Я не понимать. Ушел раз. Еще что-нибудь кинул хорошее? Кувалда есть. Понял, больше заходить не вариант. Мне полоску сожрать, потому что кто-то его жрёт, и там еще колючка была. Не знаю. Не видел. Она само. Ну ладно, сейчас убьем. Я кувалду поднял. Кувалду не брал? Да не, не успел, речи случайно. Ран, бой, ран. Нахрена он там, блядь, насрал. Все, изгоняй. Опа, шквальный огонь. Шквальный огонь. О-о-о-о. Дайте два. Так, тут заминировано, тут там могут идти. Боеприпасы есть.
А, ну в принципе у нас все хорошо заминировано. А, слушай, поставь сюда капкан, я сюда придешь. Тут вон на окошко можно. А у меня а сигнал, ловушка. У меня сигналки есть. Замуровано. Хилка есть, если что. Дрянь, к нам тут прям открытый проход. Короче, можешь тут что-то придумать? Вот тут вот, что-то придумать, я пойду там просто поставлю ловушку. Слышите, здесь бочка. Мне ее не бегай. Не бегай! Чуть-чуть. Понял. Вообще не ходи там. Чёртов зомби. Да, раз. С обеих сторон только с одной замурой заминировал, получается. Одной, да? Я вот тут вот взорвалась, и там, где окна есть. У нас одно окно никак ничем не замуровано. И дверь вот здесь. Ну, значит, я тут сяду. Рядом с бочкой, я говорю, еще раз повторю, не бегай, там будет бобо. Песни классные. Сегодня клип наследний пересматривал. Давай, давай, разминируй все ловушки, давай. Ладно, я под это встал там. Боже мой, я там проходил, когда заходил, нормально все было. О, я знаю, как здесь заминировать. Так, вороны, это на выстрел или это... Это кажется на шторм. Бери, а то там, блядь, со змеей сидит где-нибудь пидор. Уже сосет. Один, там один. Да. Рядом уже бежит. С парадного, походу, заходить собрался. Или нет? Ну вот, разочарование ждет. Вот здесь ползает где-то. Ну тут еще и... Их два, не наверху на центра заходит. Один, по крайней мере. Со спины стреляют. Как бы динамича закидывать не начали. Мне придется отсюда драпать. Так, я обновлю эту вот удушалку. Угу.
поаккуратнее, то может у тебя ствол сквозь стенку торчит. Я это, ну, знаю. Знаю длину своего ствола, да? Ой, кто-то тоже оценил шутейку. Разрывная штука. Бля, мне открытый ворот напрягает. По одному попал. У меня сейчас минус 2 хилки будет. Это хорошо. Они по соседнему дому шароебятся, вон там. Один, по крайней мере, слышу. Там патроны разряжают, что ли? Просто бахнул. Так, а второй босс где? Ну, рядом. Бля, все съебал, черти где. А, нет, одна недалеко. Пусть патроны тратит, в принципе, почему бы и нет. Хуя. Ты? Да. Машиной. Второй обоссался, куда-то забегал. Чисто в твою сторону, походу, ушли. У меня вообще никаких движений. Поднял тиммейта. Дверь закрыли вон там. А мы один минус, ну, 25-50 теперь. И второй тоже мало хп. Да, они по соседнему сараю бегают. О! Один вышел. Простреливать меня, походу, пытаются, или тебя. Сколько тут этих бочек? Аккуратно, аккуратно, они там. Вот да. Они меня видели уже в эти двери. Дверь открывают. Где она? Здесь. Забежала одна. Да я убил. Ладно. Ох, блядь. Там корона. А, скин Мика. У нее мало хп и... да. Не забирайся наверху на тут. Дробовик пневмата не простреливает. Не, простреливает, но видимо то ли не пол. Ой, вот здесь бочечка. Надо их на нее заманить, чтобы вы здесь пробежали. Кувалду нашли.
я говорю. Блять. Где они откопали? Ты ко мне душалку можешь закинуть. А как? Мне надо было подождать еще 5, возможно. Да, потушил. Хорошо. Второй куда-то убежал. Один бегает. Еще кто-то пришел, что ли? Возле бочки не бегает, там не район не разминированный еще. Подъем, сержант, война! Я подозреваю, это вторая тима пришла. О, бочку разминировали. Да ёб, опять выгорела полоска. Вторая бежит. Так, кидать нечего, одна хилка. Миномет, пятись. Убил, суку! Подбирай награду. Хорош. Есть еще. У меня повозки не полные. У меня тоже маленькая, одной нет. Найс. Я его здесь поставил аккуратно. Я начинаю изгнание. Один заход. Иди сюда. Я сюда просто заминировал. Да, я заминировал. Тогда они, ну, могут залезть. Вон он. А, нет, это толстый. Бронированный. Вау, тут два огненных. Пусть бегают. Ой, я могу немножечко суеты навести. Я немножечко суеты навел. Так, там что-то тяжелое было. Я к окнам не пойду. Мне опять с какого-то пистолета хедшот пропишут. Стрела. Там аккуратно мины стоят. Один забежал. Один внутри. Угу. Может, уже и не один. Нихуя себе, вот это закид пошел. Слушай, это какие-то, блядь, профи работают. А как вам это? Слева. Смотри туда. Вот здесь. Thank you.
делать. Я вообще не понял, куда выстрелил. Ну там один. Ага. Попал в одного. Ранили. Убегает? Не понял, он кашляет, блядь, там туберкулезник. Смотрит меня. Там был. Вот он! Хорош. Еще один пуш. Не знаю, вон там где-то бегает. Тот. Блять, сколько раз мы в него выстрелили, чтобы убить? Промахнулся два раза. Я вроде попадал. Собрались как-то два друга на крокодил поохотиться. Собрались как-то украинец, немец и русский. Немца у нас нету. На крокодил поохотиться. Знаешь, судя по крокодилу, могу сказать, что он Гитлер еще тот. А, это да. Бля, дай топор возьму. Молот. Это не топор, это молот. Ну давай. Давай. Оп! А, блядь. Самое интересное, вот когда выныривает, я почему-то первый удар вообще по нему не попадаю. Здорово. Блядь, теперь ты его агри, у меня последняя полоска осталась. Я его не ищу. У тебя еще три, а у меня все. Ласт. Короче, будешь меня воскрешать так. Легче как-то будет. Так, нам поменяться доставить. Я готов вонзить. Гаси его винтовкой, чтобы это. Ну, не помереть. Это не могу вообще в дробовик, ёбнуть. Поехали. Убил? Да. Здорово. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык. Спустя 40 минут мы сделали это. Я вот. Ждал этого четыре, нет, 3000 лет. Тут топор лежал. А мы какой-то хуйней его пинали. Печка еще была. Это время. Охуеть. Ладно. С подключением. Почему все мобы ко мне бегут?
никого не вижу. Это... Могу жуком полетать. Надеюсь, меня не больнут. Вон он бегает по балкону. По балкону бегает, бегает. На балконе был один. Вот он, дверь закрыл. Балкон уже сдриснул. Я жуком взорвался прямо где метку брать. Угу. Я только что-то не понял, где остальные. Где все лобби? Или типа на боссе не мы, значит можно не ходить? Да. Хоть какая-то команда должна была прийти сзади, нас стрелялись. Или нагнило. Да я. А. Может, гнилозев забрал. И заметил, очень многие на нем умирают. Это тоже ты? Угу. Не знаю, я попал, не попал. Так, третья сторона заходит. Один номер. Оп, мало быстро. Один сдох, да, он куда справа вышел, наверху. Давай. А, так ты тут сидишь? У меня стена не прогрузила. Я горю. Ёб твою мать. Смени позицию, зачем ты смотришь обратно? Она счастливая. А где тушить идти? Проще из воду вниз прийти, я это. Мне кажется, там было ебало. Да просто беги это. Беги, туши, потом по правой стороне. А ты где там умер-то?
На подъеме. Спасибо, собаки, что вы есть. Чё кидает? По земле топать. Там тот, с кем ты стрелялся, ну, последний раз, у него не без полоски, он без полоски. Нашел относительно быстро. Так, меня спалили. Не, не заходи. Хочешь, можешь подняться, откинь бомбу до пучку. Я на меня сбоку поднимаю. Мне сейчас свалить будет тоже. Блин, Настя, я сгорел, у меня 50 рублей осталось. Я не так уж долго и поднимал. А, забей, иди на выход. Да не, я умру. Вот похуй. Ты не с той стороны, тебе через лестницу надо было забраться, там просто два угла. Вот мы закидываешь эту вот херобору, а не над тобой. На углу здания над тобой. И мне будет наверх уходить. Иди нахуй. Смотри, зарезаешь гранаты, подкидываешь в окно, которое там есть, потом надеваешь, конечно. Обман, походу. Тебе это выгоднее, чем идти куда-то через верх, через шоу. С ней просто, и когда ты зайдешь, ты где-нибудь будет в окно, там справа от меня есть окно. И туда вот в окно откинь и поднимай. Успешно, может, я таком. А, можешь так видеть? Бежит. У меня вопрос, почему я нажал, у меня была анимация, что я на лестнице, а пробел не нажимал, но я забыл. Забери награду, может.
творится вниз. У него шквал, если что. А, нет, этого шквал был. Последнего дробовик. Не дробовик должен быть. От бомжа умереть. А, пусть это будем еще. Ну, как облутать тебя? У вас нет места для добычи этого охотника, а это другой. О, это... Это реально другой? Да. Я этого тогда как раз убью. Ща, полежи, бро. А где остальные? Я не знаю, где остальные. Предлагаю еще и гнилозева пойти забрать. Я предлагал просто улицу и ничего. Мы еще гнилозева можем забрать. Если его никто не забрал, у нас, судя по всему, его никто и не забирал. Я бы смотрел. Какие пакеты за победу. Капканы всякие. Толстого мало попал какой. Какой? Не знаю. Тихоня. Сойдет, если что, надо все выкину потом. Не, я предлагаю пойти крокодилу здесь забить. Мне кажется, мы можем. Зато я тебе полоски хп восстановим. Я бы свой. Я имею в виду, даже туда первый конверт есть, только такой. А, все, его уже нет. Под мостом? Да. Я знаю, я его брал. Это мода то, что если он поменялся против одного типа, то можно я мог есть. А он тут есть. Может, игры его будет. Маба. И этот крокидуда. Подозреваю, что где-то здесь, у реки. Там можно взять баунс. Блин, водный динамит бы. Можно топоры взять и топоры его убить. Я не могу, у меня 50 хп. Не, никого нет. Любая его атака, ну, я сдох.
Я тебя под... Ага. Между тюрьмой поместим. Не, огненный взрывается. Ну, кстати, меня зато не поджог. Где стрелы? У тебя секунды еще есть? Ты. О, береги. Я тогда сейчас посмотрю. Типа не увидел. Так, ну босс походу еще ниже. Между этой тюрьмой и поместьем должен быть. Ну, туда вот, как бы линия. Может наверх быть. По-моему, отцеплят до верхи, вот там вот идет наклон. А? Тут не видно. Во, начал мигать. Ты стрельнул? Да. Патрон не тратить, сам говоришь, взрывы были. Спасибо. Я у тебя попал? Да. Один раз. Есть люди. Ладно. На крокодиле люди. Да, вот там один. Два, три. Их трое. Нахуй валим. Пошли на выход. Я тебе о чем говорил. Тайнер этого крокодила. Не то, что один, не целых трое. Охереть. Просто сидят, блядь, караулят крокодила. Да, стреляйте, сколько влезет, пацаны. Бля, по мне попали. 50 хп что-то снесло. Ну, слушай, для меня любой кто сейчас. А почему их трое сидит? Видимо, три каких-то кустарниковых воина просто пришли такие, возможно, кто-то решил на перехват идти. Или нас ждали. Не, если бы мы ее сразу бы свалили, мы бы наверху. Буквально у нас сидели. А знаешь, я тебе скажу? А я же говорил, что лучше створить, нахер. Да я думал, их, может, гнилозев забрал всех. Я смотрю, типа, ты смотрю, еще я такой не понял. Это 2 секунды встал вместо одной. Все, счастье, здоровье погибшим. Пусть сидят дальше, караулят. Манду их. Они, наверное, друг про друга знают и такие. Ну, знаешь, сначала один нашелся, потом второй нашелся, и они такие тут, что это. Да. Не, никто не бежит. Ну, им похер, они крокодил караулят. Да. Чем тут подарков наставляют? Бля, смотри, как я тут такой прикол. Просто эстетично выглядит. Да. Я лучше у кареты посижу. Тут как-то спокойней.